Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, и мы находимся на берегу Коксы, это у нас Усть-Коксинский район, у нас здесь небольшой привал, прохлада идет с речки, день очень интенсивный, яркий, и я сейчас покажу то, что у меня на голове у меня платок, а под платком есть небольшое такое ноу-хау сибирское, которое используется и которым я пользуюсь очень давно. Заранее извиняюсь, прическа под платком будет, конечно же, испорчена, но зато сохранена свежесть головы. Вот здесь у меня листья лопуха. Вот. Ну, не один листочек, а два, три листочка я накрутила на голову. Это, в общем-то, такое надежное средство для того, чтобы не получить солнечный ожог. Если тебе предстоит работа на природе, покос, и именно в жаркий день, то лучше лопуха не спасает ничего. И у меня был в жизни один случай, когда, в общем, я маленькая, конечно же, не хотела никакие лопухи на голову одевать. Это, во-первых, некрасиво и портит прическу. Вот. Но был 8 класс, и предстояли экзамены, и я почему-то пошла учить билеты на речку. Ну, приятное с полезным — лежать на солнце и читать билеты. Я как-то вот очень активно их читала и очень долго лежала на солнце. И я уже, когда подходила к дому, я поняла, что у меня вот просто плывет перед глазами. Я получила солнечный ожог, мне напекло голову просто дико. А завтра сдавать? Я понимаю, что я завтра встану с еще большей головной болью. Так вот, листья лопуха были положены на ночь. Были положены на ночь, накручены на голову. В общем, и с утра человек с ясной головой пошел на экзамене. Ну, в общем-то, русский я сдала тогда на 5. Думаю, это все из-за лопуха. Поэтому, если будет экстренная ситуация, если вы на даче, если вы на покосе, если вы в горах, то, в общем-то, накручивайте смело лопухи на голову. Лопухи у нас, слава богу, растут везде. Вымыли их в воде, если это нужно. Но здесь вот у меня чистейшие высокогорные лопухи. Так что пользуйтесь.